Так, это суббота, колледж. Всем привет, с вами канал Максимадзе. И сегодня мы в колледже сдавали такой предмет под названием статистика, связанный с товароведением. В понедельник была по ней пара, и нам там дали задание, которое надо сделать в субботе. Конечно, не хотелось сделать это домашнее это задание, потому что у нас почти никогда не сдают домашек на заочном обучении. Это было вообще второй раз за все три курса, когда нам задали домашку. До этого нам только в первом курсе задали историю, которую я тоже с довольно-таки трудом все-таки сделал. Там аудитория здоровенная такая, лестница запасная вон там. Так, тут люди всякие, да пойдемте-ка отсюда. Сомневаюсь, что люди оценят то, что я хожу тут с камерой. Ну, в общем, это четвертый этаж. Тут он 400 номера. И по логичности это четвертый этаж, собственно. Мы не хотели, конечно, дома сильно заморачиваться, сидеть. Поэтому тут, вот здесь вот, сюда присели, стали ее делать. А ты что тут делаешь? Нет. Вот в этих местах статистику мы делали, сидели вчера. Вообще изначально на третьем этаже делали, но там было неудобно. Сейчас покажу почему. Мы не помнили, что вот здесь, что на четвертом этаже есть парты и стулья, поэтому сначала сели ее вот тут делать, между парами. А туда мы пошли уже, когда пары закончились. Делали тут и... Я на самом деле правильно сделал, что позвал всех отсюда на четвертый этаж, потому что от этих сидушек только спина болит. Ну, то есть мы садимся такие, наклоняемся и пишем, но это неудобно вообще. И спина болит, и нервы напрягаются от этого, в общем, все. Было там два задания, обе связаны с таблицей, и, собственно говоря, одно сделал вчера с помощью друзей, одногруппников. Второе, думал дома доделать, но что-то нифига не понял, как его делать. Помогла мне девушка, которая там сидит. Большое спасибо ей за это. Так что, в общем, отделались, дали нам задание, которое надо будет на май сделать. И со статистикой все. Такой вот сегодня, короче, день был. И всем пока.